смотрите, прям смотрю, не верю своим глазам. Теплая остановка возле детской поликлиники. Осталось только поликлинику поменять. Кто помнит ресторан «Красные камни»? Лично у меня тут проходил выпускной школьный, когда мы закончили 9 классов. Улица Космонавтов. Погодка сегодня минус 12 градусов. Свежо. Да. Тут базировалась автошкола Магистраль 2. Ну а сейчас зрелище печальное. И причем еще и двери открыты. Татьяна, специально для вас Космонавтов 27. Сейчас зайдем во двор, поснимаем со двора. Да, улица Космонавтов, конечно, пошарпана, я бы сказал. Ну а что, не лицо же. Талмаха. Смотрите, вот такой двор тут, Космонавтов 27. Двор маленький. Тут какие-то завуалированные окна. Это было административное здание. Сейчас его уже расселили. Вот, смотрите. Там вон ребята делают утепление. Блин, уже зима пришла, только утепление решили сделать. Это магазин «Кристалл». Магазин «Кристалл» все помнят. Это один из первых крутых магазов. Вон написано «Хостовары» и «Крест». Ну и открыто. Ну, короче, тоже такое. Все. Это мы уже переходим на улицу Бауманскую. Вот номер школы не помню. Смотрите, вот улицу Бауманскую без гостинок и не узнать. Одна гостинка осталась, последняя. Плавно перенесемся на 5-й микрорайон. В
Вдали виднеются копры рудника Комсомольский. Двор новый 11, новый 9, новый 5. Смотрите. И перилы поменяли, и все покрасили. Программа ЖКХ работает. Вот новая 11. Там вон 38-я школа виднеется. Ну, такая вот небольшая прогулочка. На сегодня все. Всем до скорых встреч. На связи.